Так, пшеница яровая. Норма высева 650 тысяч на гектар, 26 килограмм в весе. Так выглядит кустица. То есть это возможно, это реально. То есть 26 килограмм, это реально, действительно. А здесь междурядье 37,5, предшественник соя. А здесь внесено 200 килограмм селитры весной, и с осени мы вносили 250 килограмм диамафоски. Соседний участок, здесь у нас норма высева 200 килограмм, это 5 миллионов. Ну, в целом посев не страдает, хотя нижние листочки, я смотрю, светлее, это недостаток питания. Но в то же время, как бы, есть кущение. Не могу сказать, что оно... В среднем, я думаю, что будет где-то здесь 1,5-2. То есть здесь нет такого, как, к примеру, на участке с нормой высева 650 тысяч штук на гектар. То есть вот можно сравнить два удобренных участка. Понятно, что с виду пока лучше 5 миллионов. Посмотрим, как это все будет развиваться.